Здравствуйте, вы на канале HardReset.info, и сегодня я вам хочу рассказать о таком плагине, как MakeMD в программе Obsidian, что это за плагин и как он работает. Окей, начнем с того, что этот плагин позволяет вам более быстрее пользоваться программой Obsidian. Он упрощает задачи, то есть вы быстрее можете создавать папки, быстрее открывать шаблоны, делать какие-то заметки, делать еще что-то в своих работах. Думаю, наглядно будет лучше объяснять. Так, у меня уже скачан этот плагин. Как это делать, мы научили вас уже в предыдущих видео на нашем канале. Я его просто включу. Сейчас вы можете видеть вот такую картину. Здесь вот как выглядит мой Obsidian. Теперь, когда я включу этот плагин, что поменяется? Я думаю, уже видно какие-то изменения. Сразу мы видим, если мы зайдем на любой, допустим, вот у меня есть заметка тест, вы в ней можете видеть сразу все папки, которые можно открыть, сразу, что можно прямо здесь уже добавить какую-то новую папку, новую канву, новую папку, это была новая работа. Есть шаблоны сразу, можно этот шаблон открыть в других своих заметках каких-то. Вот. Появляется такая вещь, как items. Что это такое? Это какие-то небольшие такие примечания к вашей заметке. То есть, например, здесь можно добавить там какой-то work, например, добавить. Здесь, если вы нажмете на эту кнопку, вы можете выбрать как бы эмоджи для своей заметки. Например, это что-то очень важное, очень страшно. Выберем, например, вот это. То есть, что это очень важно, нужно не забыть. Если нажмете здесь, можно рассмотреть разные функции. Мне немножко мешает это. Можно добавить новые, можно здесь добавить. Можно добавить новую папку или изменить. Здесь тоже можно добавить это. Короче, можно очень многого всего добавить, и это будет автоматически. То есть вам не нужно заходить в палитру команд, не нужно заходить в настройки. Просто заходите в свои записи, и здесь сразу все есть. Просто нажимайте на плюсики и все создаете. И не нужно запоминать на память как бы коды, как это все сделать и заходить в палитру команд, как я уже сказала. Очень удобно и практично для тех, кто много пользуется Obsidian, у кого много заметок, много всего. Это очень полезно. Еще у нас появляется здесь такой домик. Если мы будем в какой-то другой части, нажмем на него, нас сразу перекинет сюда. Появляется такая штучка. Это чтобы быстренько сразу создать новую папку. Есть вот такая вот вещь. Здесь можно ее настроить. И есть такая. Добавляем еще одну. Но нам это не нужно. Если что, удаляем просто. Вот такой интересный плагин, я считаю, для людей, которые много пользуются Obsidian, очень удобно. Спасибо, что посмотрели это видео на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие плагины еще разобрать в комментариях.